и хроника коронавируса на конец недели. Всего по миру заболело более 65 миллионов человек. По-прежнему лидируют Соединенные Штаты Америки, больше 14,5 миллионов, Индия более 9,5, Бразилия более 6,5 миллионов, на четвертом Россия 2,4 миллиона. Причем за пятницу в России заболело 27 403 человека. По Европе, а также Соединенных Штатах Америки на этой неделе зарегистрированы рекорды смертности. Так, за один день в Италии умерло 993 человека. Это больше, чем даже при первой волне коронавируса весной. В Соединенных Штатах Америки 3 декабря умерло за один день 2918 человек. Это абсолютный рекорд. В России 2 декабря сразу 589 смертных случаев. В то же время в Великобритании уже начали готовиться к самой масштабной кампании по вакцинации. Прививки будут делать в 50 больницах, а также во временных центрах вакцинации, переоборудуют конференц-залы и бизнес-центры. Британия предупредили, вакцинация будет добровольная. А тот, кто будет отказываться, может потерять возможность свободно перемещаться не только по миру, но и по стране. Сейчас в мире проходят испытания около 50 вакцин от ковида, и только 11 из них дошли до третьей ступени проверки, а 3 уже подтвердили свою эффективность. Британцы уже заказали 40 миллионов доз вакцин, что позволит сделать прививки для 20 миллионов человек. Первые 800 тысяч прививок будут сделаны уже на следующей неделе. И несмотря на то, что Россия и Китай уже испытывают вакцины против ковида на своих гражданах, ВОЗ пока не рекомендует пользоваться этими вакцинами. Украинское правительство договорилось о поставке зарубежных вакцин. В частности, выделено уже 2 миллиарда 600 тысяч гривен на их приобретение. Украинские ученые считают, что необходимо провести разъяснительную работу, чтобы вакцинирование было эффективным. Кстати, уже 3% украинцев переболели ковидом. Наразі Кабінету міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого поширення або посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження або раніше. Далі інформація по Україні на субботу. Украина заболела всего 787 891 украинец. Вероятнее всего, что к 1 января у нас уже будет 1 миллион заболевших ковидом. За последние сутки 15 131 человек. Протестировано 4,7 миллиона украинцев. И, скорее всего, локдаун будут вводить в Украине только в январе 2021 года. А карантин выходного дня уже отменен. И заболеваемость по регионам Украины. Киев – 76 750 человек. Харьковская область – более 58 тысяч. Одесская область – более 49 тысяч. Киевская область уже на шестом месте – более 41 тысячи. Черниговская область – более 20 тысяч. И данные по Славутичу на 4 декабря. Всего заболело 763 славутчанина с начала карантина. 32 новых случая за последние дни. Умерло 9 человек. ПЛР-тестов сделано 1672.